строю, приближаемся к цели. Подходим через 30 секунд. Пират, говорит палач. Мы нейтрализуем крупные цели. Все нарушители получат из МК-19. По кому стрелять, не знаю. Говорит центр. Ну, сейчас мы от бандиты здесь. Техника в пальмовой роще к западу от реки. Да. Ой-ой-ой. Мы попали под обстрел. Спокойно, подожди, они где-то, вот они. Они все здесь. Гранатовички на крышах. На крышах, хорошо. Сейчас вам крышам всем. Да. Где еще? Ну. Успел? Огонь, Джексон! Вижу пехоту, будь на чеку. Вижу гранатометчиков на крыше. Ну! Зенитная батарея на крыше. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, меня кто бомбит? Противник с гранатометами. Противник с гранатометами. Так, тут где-то еще был. Противник с гранатометами. Да. Осколками тебя. Можем приземляться, да. Вас понял. Хорошо. Одиночка 2-7. Переводим Абрамсы на фронт. Пират, говорит центр. Половину десантной группы оставляйте здесь. Остальных переправьте на 2 километра на запад. Группы эвакуации и авангард нужны в городе. Свалим, давай. Ну. Вас понял, центр. Пират 2-5 в пути. Или что, мы не спали. Продолжаем лететь. Морпехи, внимание! Одна из наших разведгрупп попала в окружение. Им нужна наша помощь. Да, в легкую поможем. Пират, говорит палач. Возвращаюсь на базу для дозаправки. 2-5, ты остаешься. Давай. Один. Передовая группа попала в окружение. Себя зеленой дымовой шашкой. Вас понял, видим цель, конец связи. Итак, кого-то мы оттекли. Цепной дым обозначает местоположение союзников. Давайте спасем. Сначала наших надо парней и уберемся поменять отсюда, пистолет. Чертовой матери. Да. Через 3 минуты. Союзники выпустили зеленую дымовую ракету. Они на втором этаже. Надо вывести парней оттуда. Шевелитесь. Да спокойно, шевелитесь. Ой-ой-ой. На, получай, козел. Даешь, твою мать-то. Не стреляй! Союзники на втором этаже! Повторяю, мы на втором этаже!
Ну так поднимаемся на второй этаж. Так это вы нас должны отсюда забрать. Задание выполнено, капитан. Уходим, пока не перебивают. Пират, говорит палач. Заправил. Готовы к бою. Ну как, мальчик, соскучились? Блин, вышел под обстрел. Огонь по той площадке! Так. Так это вы нас должны отсюда забрать. Задание выполнено, капитан. Уходим. Пират, говорит палач. Заправил. Готовы к бою. Ну как, мальчики, так. Соскучились? Ну-ка, давайте-ка поменяем вот эту тактику. Так это вы нас должны отсюда собрать. Задание выполнено, да. Капитан. Уходим, пока они не перебирают. Да. Говорит палач, заправил. Готовы, да. Ну как, мальчики, соскучились? Да. Выходим! Вперед, вперед! Блин, не получилось прорваться. Ладно. Огонь по той площадке! Так это вы нас должны отсюда забрать. Задание выполнено, капитан. Уходим, пока они не перебирают. Пират, говорит палач. Заправил. Готовы, да, к бою. Да как так? Блин. Ну как, мальчики, соскучились? Мне что, их каждого надо убить, что ли? Огонь по той это будет слишком. Заправил. Готовы к бою. Ну как, мальчики, соскучились? Выходим! Вперед! Вперед! Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Вот они недостатки. Нападайте. Да. Вот так вот. Выкурили их. Заняли позицию. Что у нас есть? Ты чем стрелял? Меня чуть не убили нахрен. В рукопашную. Так, что-то миссия у нас короткая. Странно. Пират, внимание. У нас опасная ситуация. Прием. Хорошо, центр. Конец связи. Давай. Шестая группа морской пехоты обнаружила что-то во дворце Аль-Асада. Вероятно, ядерное устройство. Воу. Команды по ликвидации уже в пути. До подтверждения обезвреживания всем отступить на восток. Конец связи. Так, тебя надо спасать, значит. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Как же ты так умудрилась? Терпи. Не терпи. Бедствие. Не надо терпеть. Кобра уничтожена, повторяю. Кобра уничтожена. Палач говорит, пират 20, как слышите, прием. Да, вижу.
на место катастрофы. Из кабины летчика ведется огонь. Запрашиваю разрешение приступить к спасательной операции. Принял 2-5. Внимание! В случае взрыва вы будете в опасной зоне. Вы понимаете? Мы понимаем. Вас понял. Мы знаем, что мы делаем. Внимание, 2-5. Теперь ваша очередь. Так, вот сейчас сложно начинать. Спасите пилота. Конец связи. Палач, как слышите, доложите обстановку, прием. Вот сейчас начинаются сложности. Китинг погиб. Противник быстро приближается. Помощь бы мне явно не помешала. Держись, летим к тебе. Так. Внимание, 2-5. Противник приближается к месту крушения гривы запада от вашей позиции. Да подожди ты. Вытаскивай ее оттуда! И возвращайся к зоне посадки! Быстро! Блин, даже за углом меня умудрились загасить. Никого не загасили, одного меня. Китинг погиб. Противник быстро приближается. Помощь бы мне явно не помешала. Держись, летим к тебе. Внимание, 2-5. Противник приближается к месту крушения к юго-западу от вашей позиции. Давай, тебя вытаскиваем. Уводи пилота! Мы никого здесь не оставим! Дексер, вытаскивай ее оттуда! Вытаскиваем! Возвращайся к зоне посадки! Быстро! Отправляйся к Синайту! Мы их задержим! Живее! Да, блин, давай! Говорит пират 2-5. Самое время убираться отсюда к чертовой матери. Итак. Говорит центр. Доставили меня. Ядерного взрыва в столице. Держаться на безопасном расстоянии до дальнейших распоряжений. Вас понял. Уже в пути. Перезаряжаемся. Адьос. Амигос. Ваш капитан. Скоро будем. Лошары. Джейк, жми на максимум. Мы не успеем. Ядерный взрыв же обещался быть. Подтверждена опасность ядерного взрыва в городе. Команды по ликвидации. А теперь электронная или как радиоэлектронная волна, которая выводит все электричество из строя. И крушение, естественно. Вот так. Вот так и живем. Блин. Да. Было сложно ее вытаскивать, конечно. Что у нас там? Взрыв. Ядерный взрыв. Который нам помог на землю упасть. Так, данные, это что, погибшие или что? Вот, кстати, да, высветилось имя мое, наверное, мое имя, или имя разработчика. Может быть и такое. Ну, где я? Локатор. Давай, какой день? Показываем. День. Опасность ядерного взрыва. НБ 06-26-34. А, вылазим. Азимут 90 градусов по сетке координат. Тип поверхностный. От вспышки до взрыва 90 секунд. Ширина облака 10 градусов. Направление облака 2,3 градуса. Внимание! Произошел ядерный взрыв. Радиус зоны радиационного поражения 7.4 мили. Координаты эпицентра NB058680. Приступить к немедленной эвакуации всего личного состава из зоны поражения. В настоящий момент организуются противорадиационные центры. Приступить к работе они смогут через 2 часа. Всем постоянно проверять показания дозиметра и определять текущий уровень радиации. Так. При фиксировании высокого уровня радиации немедленно обратиться за медицинской помощью. Бежать надо отсюда, бежать.
Только вот куда бежать вот тут? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, здание-то рушится. Это что, какая-то еще волна? Хотя какая волна-то, может быть, она всего один раз ходит. Это наш какой взрыв имеет, чтобы она несколько раз землю обошла. Ну давай, иди. Инвалид. Или что у тебя? Батарейка села? Что за белый свет? На тот свет мы еще не собираемся. Так, опять. Это, ну, это не была миссия, это было какое-то, не знаю, предисловие, условие, сюжет. Вот это не была миссия. САС. В это время года. Что ты за арбузами, что ли, туда собрался? Вау, у меня дробовик. Там агент Комарова, идем. Аль-Асад в деревне. Сепаратисты защищают его. Давай. Отлично, выходим. Блин. Сепаратисты. Вот это... Черт возьми, здесь происходит. Миссия-то хреноватенькая. Давай, давай. Здание чисто, Аль-Асада нет, идем дальше. Тихо, тихо, тихо. Все чисто, это может быть у вас все чисто. А мне надо еще расчистить путь. Так, бежим он в тот дом. Тут надо обследовать три дома. Вызываю удар с воздуха по тому зданию. Так, вроде как нормально идем. Блин, да как я тут подорвался-то? Так. Тихо. Докладывает Мосин 2-5. Блин. Мы в пути. Сейчас, сейчас, минутку, мы определимся. Докладывает Мосин 2-5. Мы в пути. Авиаудар по сигналу. Давай. Авиаудар, надеюсь, пришелся уже. Так. Вы сверху, понимаю вас. Троих вынесли. Говорит 2-5. Мы возвращаемся за топливом и боеприпасами.
время нас здесь не будет. Блин, он меня так загасил в рукопашную. Падла, у меня ничего, никто не прикрывает, что ли? Докладывает Мосин 2-5. Давай, беги, беги. Авиаудар по сигналу. Да. Блин. Трассирующие пули указывают. Это мы и сами знаем. Некоторые люди, прожив всю жизнь, пытаются вспомнить. Сделали они что-нибудь хорошее, ну, пускай вспоминают. Докладывает Мосин 2-5. Мы в пути. Тихо. Авиаудар по сигналу. Да. Кто там еще остался? Конечно. Да. Здание чисто, переходим в следующее. Так. Здание чисто. Докладывает Мосин 2-5. Готовы к атаке, ждем приказа. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Вертолет в пути. Ой, бежим. Конец связи. Так. Я как вижу, вертолет не хочет разбираться. Так, игра сохранена. На. Топливом и боеприпасами. Какое-то время нас здесь не будет. Да. Да. Господи. Гриль. Бар, гриль. В баре дело происходит. Докладывает Мосин 2-5. Готовы к атаке. Ждем приказов. Давай.
сможешь расхреначить этот дом. Сколько домов еще осталось-то? Так. Давайте вот здесь дом проверим. Раз он здесь под рукой попался. Где ты? В здании чисто, проверим следующее. Так, осталось последнее, да, здание у нас? А, еще два. Так. Это вертолет у нас, что ли, или что? Так, это кто-то там хреначит по мне. Надо от этого избавляться. А, наверху, точно. Так, спокойно. Ну давай, прыгай. Это вот он домик один. Да. Блин. Ай-яй-яй, бочка какая-то нахрен. Да, нечисто, проверим следующее. Какая-то бочка. Так, все, мы знаем, куда нам бежать. Давайте по-быстрому передвинемся туда. Зачистим это верхушку зла. Так. Вот так, убежал. Блин, не прошел, конечно. Ну ладно, сейчас попробуем. Здание чисто, проверим следующее. Девяносто, восемьдесят. Давай. Докладывает Мухин 2-5. Есть цель. Ждем сигнала. Да. Да.
Нормально. Здание чисто, а осада нет, идем дальше. Так, и здесь его нет, понятно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так. Один дом остался, да? А, точно, вон он. Говорит, 2-5. В грузном поле прячется, да-да-да. За топливом и боеприпасами. Какое-то время нас здесь не будет. Плохо. На. Перебил их, нет? Меня ждут. 8-2-5. Готовы к атаке. Ждем приказов. Запомните. Аль-Асад нужен нам живым. От мертвого толку не будет. Вперед. Красавчик, все ты сделал правильно. Задание выполнено, но миссия не завершена. Откуда у тебя бомба? Нам же свалить надо еще. Тогда кто? Капитан Прайс. Кто? Говори. Имя. Мне нужно его имя. Так. Сэр, это его сотовый. Телефон, возьмите телефон. Ну и зачем ты это сделал? Захаев. Захаев. Имран Захаев. Давайте, надо сваливать отсюда. Я еще был лейтенантом. Выполнял всякую грязную работу. Чернобыль – настоящий рай для преступников. Даже спустя 10 лет они могли воспользоваться ситуацией и наложить свои лапы на ядерное оружие. Желающих было много, включая и Имрана Захаева. Естественно, мы не могли всего этого допустить. Выкупить топливные стержни? Отличный способ массового уничтожения. Тогда наше правительство впервые дало приказ об убийстве со времен Второй мировой войны. Я служил под командованием капитана Макмиллана. Вот такая краткая история. 15 лет назад. Все в камуфляже. Припять, Украина, лейтенант Прайс. Слишком высокий уровень радиации. Придется обходить. Следуй за мной. Ну, эту операцию вы увидите в следующем видео. Осторожно. Пока. Здесь повсюду источники радиации.